Всем добрый, радостный день! С вами снова Елена, и сейчас у меня будет обзор по четвертому каталогу. Получила новинки. Вот, обязательно сейчас вам все расскажу и покажу. Хотела показать больше, но, к сожалению, вчера у меня девчонки уже забрали свои заказы, поэтому покажу то, что осталось. Вот, и расскажу. Итак, давайте начну. Сейчас я вам с вот таких коробов для хранения белья. У нас их на самом деле много. Это новая у нас коллекция, новая расцветка. У нас раньше в другой расцветке были. Я уже их заказывала, отдала детям, чтобы они организовали свое пространство и знали, где что у них лежит. Вот смотрите, бюстгальтера, трусики, носочки, очень удобные. Вот такие органайзеры из панбокса. Материал такой, он очень хорошо держит форму для хранения вот на долгий, допустим, срок что-то убирать нужно, какие-то одеяла, допустим, да, зимние там какие-то вещи тоже брали. Вот такой можно непосредственно органайзер подвесной заказать тоже. Вот их разное количество, то есть они разные есть у нас. Я заказала себе 3. Сейчас я вам покажу. Вот такой небольшой, они, кстати, очень мало места занимают, если нужно убрать, допустим, да, или кому-то подарить. Вот. Закрывается вот здесь замочек, и все. Вот, вот этот короб я заказала, этот органайзер заказала непосредственно для нижнего белья, для трусиков. Вот, этот, конечно же, для бюстгальтеров. Очень удобно по расцветке, все лежит на своих местах. И, кстати, у меня в один выдвижной шкафчик вмещается как раз вот этих 2 органайзера. Вот, вот этот органайзер я заказала непосредственно для колготок и носочков. Вот, то есть очень удобно искать. И детям, вот для детей это вообще просто идеальное решение. А, все на своих местах, это я уже проверила. Так что вот, что у меня еще пришло. Апельсин и специи, это у нас чайные купажи. У нас их большое количество, очень вкусные, в пакетиках, пакетированный чай. Но чем дольше пакетик лежит, значит, заваривается в воде, тем насыщеннее и вкуснее становится чай. Вот, не нужно его вытаскивать сразу же, он не горький, он насыщенный, вкусный, и он чем дольше заваривается, тем больше раскрываются его вкусовые качества. Обязательно попробуйте. Я не любитель чайных вот таких пакетиков, но у нас вот эти чайные купажи, они с натуральными компонентами, и у них идет контроль, где выращивается непосредственно сам чай. Вот, и состав, который сюда входит, поэтому все это под контролем компании Faberlic. Вот. Компания Faberlic является членом Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, и поэтому у нас сейчас появилась целая линейка продуктов питания. Мы постоянно заказываем очень много всего, в том числе вот сейчас и кетчуп. Скоро мы ждем кофе зерновой, у нас выйдет очень вкусный. Девчонки уже пробовали, да, вот, оценили его вкус. А я люблю зерновой кофе. Вот, это для нас целый ритуал приготовления, и, конечно же, получаем эстетическое удовольствие не только, когда мы пьем кофе. И вот вышли у нас новиночки, кетчупы классические и шашлычные. Они без сахара, без ГМО, без ешек. Срок годности у него 6 месяцев. После вскрытия храните обязательно в холодильнике. Вот этот кетчуп очень нам понравился вчера. Но так как мы шашлыков вчера не ели, то есть по назначению вот этот кетчуп мы, соответственно, не попробовали с шашлыком. Но я думаю, что выходные не за горами, и мы обязательно попробуем. Вот этот кетчуп детям тоже с удовольствием, я думаю, в макарошки можно добавлять. Я непосредственно сама готовлю правильную такую пиццу, иногда хочется деток побаловать. Я беру лаваш бездрожжевой, и вот как раз для основы можно использовать, даже нужно будет, чтобы вкуснее была пицца, вот этот кетчуп классический. Ну, а потом уже накладываем там сыр, овощи, что вы хотите, смотря какую пиццу вы будете готовить. Вот такой лайфхак. Поэтому обязательно попробуйте. 35 килокалорий на 100 грамм. Он без сахара идет, без ГМО и без крахмала. Вот такие полезные продукты у нас есть в компании Faberlic. Вот таких очень много тоже супов. Первое, второе, третье. У нас третье блюдо, десерты можно готовить. Вкусняшки всякие разные есть. Суп по средине... Суп посредиземноморский с пастой орза и маслинами. Этот суп я не пробовала, это новиночка у нас. Здесь у нас получается 7 порций вот в этой упаковке. А, так, в
Состав у нас рис пропаренный, паста орза, мука грубого помола из твердых сортов пшеницы, так, чтобы вы видели. Зелень, овощи, так, томаты, маслины, лук зеленый, базилик, так, паприка, бамбуковая клетчатка. Вот, инструкция здесь есть, 25 минут готовить, обязательно попробую и расскажу, как на вкус. Но мне очень нравятся наши продукты, и готовить, получается, добавляешь только воды, соли, ну а там дальше уже зелень или сыр, сметанку, по вашему желанию уже. Вот, сейчас выйдут кашки, вот с нетерпением жду, я уже сегодня их закажу, и во вторник, в среду, в следующую я их уже получу, буду делать обзор и пробовать. Вот. Также тоже новиночки наши, это биоосвежители воздуха, акватический и цитрусовый. Акватический он получается с натуральными маслами бергамота, иланг-иланга, лайма и мандарина. Вот там, так, и цитрусовый у нас сюда бергамот, лимон, перечная мята, горький грейпфрут. Такие приятные достаточные ароматы. Вот они на водной основе, абсолютно безопасные как для человека, так же для окружающей среды. Вот такие новиночки по 149 рублей у нас. Биомоющее средство. Универсальное для очищения любых абсолютно поверхностей. Я даже использую, вот когда в духовом шкафу что-то готовишь, да, какие-то брызги, если вдруг образовались после того, как приготовил на стекле, то есть вот как раз нагар он быстро убирает с помощью вот этого средства. Также антистатическим действием обладает, если протираем полочки. Плюс я добавляю несколько капель обязательно в воду, которой мою полы. Вот, поэтому вот такое средство. Это вообще линейка Гринли, она разработана у нас для регионов жесткой воды, но здесь была акция, и я воспользовалась такой возможностью, заказала, причем эфирные масла, которые в состав входят, я их просто обожаю. Грейп, бергамот, лимон, апельсин, такие яркие, знаете, насыщенные цитрусовые ароматы. Вот я их просто люблю, поэтому, конечно же, заказала, воспользовалась этой возможностью. Обновилась у нас линейка Фитополис сейчас у нас, алоэ баланс. Что тут заменили? Здесь заменили единственное, так, подсластитель сукралоза. Он более безопасный, вообще безопасный у нас продукты. Просто единственное, что чтобы могли его употреблять также диабетики без какого-либо опасения. Вот, просто улучшили формулу, поэтому остальное ничего не поменялось. Я его пью утром натощак, одну чайную ложечку. Очень хорошо при заболеваниях желудка, гастрита. Он очень хорошо снимает воспаление, заживляет какие-то ранки. Если болит желудок или еще просто для профилактики, я для профилактики его раз там в 3 месяца заказываю и пропиваю просто. Мне очень нравится. Какой-то дискомфорт может у кого-то в желудке, то есть в кишечнике. Вот он просто у нас всегда есть почти. Вот. Заказала также парфюмированную воду Валькирия, я уже ее открыла, такая красивая упаковочка, видимо, ребятишки у меня забрали ее играть. Вот. У меня очень часто ее заказывают, решила сама себе заказать, я любитель сенсуэль аромата, еще аура мне тоже нравится. Вот. Ну, вот этот аромат, если честно, он мне понравился, он такой нежный, сейчас я брызну, нежный, древесный, то, что я люблю. Я его не слышу, то есть я его нанесла, вот какие-то нотки первые услышала, и все, потом я его не слышу, это значит мой аромат. То есть он мне не надоедает, я весь день его вчера носила, и вот с удовольствием, если честно, мне как бы он, не как бы, а он мне понравился. Вот, поэтому имейте в виду, тоже вот можете заказать. И он такой свежий, вот как раз на весну, я думаю, что вообще как бы идеальный такой вариант. А дальше заказала на свою скидочку, у меня крем заканчивается уже для век, это у нас серия эксперт такая, уже, знаете, направлена на решение каких-то, допустим,
нюансов на вашей коже, да, для профилактики. Вот, и здесь рекомендуется курс не менее 60 дней. Ну и, конечно же, я придерживаюсь рекомендации. Вот, и заказала вторую упаковочку, то есть 60 дней. У него эффект блефаропластики, то есть это подтягивание верхнего века. Также он раскрывает глазки, более делает свежим взгляд, убирает тяжесть вот с глазок, если вы не выспались, и просто вот действительно для профилактики, чтобы не было, ну, чтобы было меньше мимических морщин, да и вообще морщин меньше было под глазками. Ухаживать надо, девочки, за собой. А я все новинки пробую на себе. Там, кстати, аппликатор очень удобный такой идет в форме лопаточки, можно даже по хлопающим движениям, как тут рекомендуется, тоже наносить очень аккуратно. Дальше новиночки тоже вот такие, ручной, handmade мыло ручной работы. У нас их три вида: грейпфрут, манго. Манго уже девчонки у меня открыли, уже руки моют. И вот грейпфрут. В прошлый раз мы брали тоже грейпфрут и манго. Увезли в баню, там в бане мылись, и грейпфрут смыли с удовольствием. У него такой очень насыщенный вкусный аромат, очень хорошо. Девчонки вот спрашивали, как мыло пенится. Пенится отлично. Следующее, что у меня еще тут? Батончики, конечно, наши протеиновые, они без сахара, 21% белка вот здесь, он еще и с коллагеном, этот протеиновый батончик очень хорошо утоляет чувство голода, вот, и без сахара, как я сказала, поэтому вот для худеющих, для стройнеющих просто идеальный вариант. У нас их 8 видов, сейчас, если вы заказываете 2 любых батончика, то каждый вам всего достанется за 79 рублей до 28 марта. Заказала салфетки вот такие влажные для кожаных изделий, очень хорошо за обувью ухаживает, в машине у кого кожаное сиденье, да, обивка, он сохраняет, как бы продлевает срок службы, сумки очищаете, там что еще, ну вот все кожаные изделия, они такие пропитаны специально, то есть у них определенно создается защита потом на изделиях из кожи. Вот, и заказала вот такие влажные салфетки для экранов и мониторов специально, здесь их 30 штук, они не оставляют разводов, форсинок, компьютеры протирать, планшеты и телевизор. И мужу заказала тоже для ухода за интерьером автомобиля вот такие салфетки, здесь их тоже 30 штук получается. Вот, они у нас по 99 рублей все вот эти салфеточки. Вот эти вообще прямо хиты продаж, их очень часто заказывают. Дальше, что у меня, девочки, вот кто хочет попробовать вот такие пробники, вот я знаю, в Иркутске у нас есть поселок Хомутово, там у них очень жесткая, плохая вода, вот продлите срок службы вашей стиральной машинки, обязательно заказывайте, вот попробуйте даже, да, вот такие у нас есть стиральные порошки, биопятновыводители, они как раз направлены на то, чтобы срок службы ваших машинок увеличить, вот, ну и соответственно все отмывать, там у нас вся линейка, вот это для унитазов, я знаю, у вас там ржавчина, вот это вся, то есть боретесь постоянно, поэтому, девчонки, имейте в виду. Дальше заказываете две пасты, они вам достанутся по акции. Следующее, сейчас у нас акция тоже до 28 марта на прокладки, скидочка всего по 149 рублей, есть дневные, ежедневные и ночные прокладки, они у нас шестислойные, с анионовым чипом, с антибактериальным эффектом, то есть если есть даже проблемы какие-то с воспалением, допустим, мочеполовой системы там и так далее, вот они на помощь действительно придут. У него вот этот чип, который внутри встроенный, прошитый, как сказать, да, вот, он выделяет анионы, которые антибактериальным, противовоспалительным действием обладают. Вот, поэтому они сейчас по акции у нас. И у них защита 100%, они никогда не подведут. И сейчас, девочки, если вы заказ делаете на 500 рублей, вы можете заказать вот такой бальзам для стоп гладкие пяточки всего за 99 рублей. Это у нас хит продаж. Преображение пяточек сразу с первого раза вы ощутите, то есть результат очень хороший, они действительно эффективные, вот, и впитываются быстренько, и пяточки гладкие, вот просто ждала тоже акцию, обязательно вот закажите, попробуйте. Ну и это мужу для машины, для стекол,
Вот, дома тоже пользуемся, он таки с таким антизапотевающим еще эффектом обладает, чтобы окна не запотевали. Вот, ну и очищает очень хорошо, соответственно, без разводов. Дальше, что у нас? Кондиционер для белья детский, они тут тоже по акции, по 100, если два заказываете, там по 140, ой, по 159, что ли, не помню. Мое любимое средство для мытья посуды с эвкалиптом, это я самый любимый мой аромат, я его люблю. Здесь заказали у меня блокатор калорий, это вот когда девчонки переедают, например, да, хочется, чтобы вес не увеличивался. Ну, злоупотреблять не нужно, но иногда можно. И вот как раз на помощь вот приходит такой блокатор калорий. Разжевываете или либо запиваете водичкой, когда что-то переели. Так, ну, в принципе, все. Такие зубные пасты тоже есть у нас по 79 рублей по акции. Вот такой небольшой заказ у меня по 4-му каталогу. В итоге остался, сделала обзор, поэтому какие-то вопросы есть, задавайте. Напоминаю, акция этого каталога для новых покупателей. Я еще не сделала обзор вот этого чайника. Чайник Кунг-Фу, взяла его на подарок. А, девочки, еще. Я же в прошлом каталоге делала 50 баллов, но я делаю каждый каталог больше 100 баллов, 150 баллов. И всем, кто делал заказы больше 50 баллов, компания подарила за 1 рубль вот этот коктейль. Он стоит 1800, а я его получила за 1 рубль всего. Круто? Вот такой с коллагеном, с коллагированной кислотой, с витаминами. Здесь очень много витаминов красоты, биотин, клетчатка, волокна, необходимые для правильного пищеварения. Не содержится здесь сахара. Можно делать и мороженое. И это полноценный прием пищи. И как полноценный перекус очень полезный получается. И как дополнительный источник просто витаминов и коллагена. Коллаген это у нас для очень... сильно влияет на состояние нашей кожи, потому что после 25 лет организмом перестает вырабатываться самостоятельно коллаген, нужно извне его, соответственно, дополнять нашему организму, пополнять. И так, сейчас покажу вам вот этот чайничек, открою. Так, вот такой чайник. Это я его открыла, сразу он вставляется, и вот так его прокрутить просто закрывается. Вот сейчас я его достану. Вот, он состоит из двух стеклянный кувшин сам. Идет он на, здесь указано на сколько, 700 что ли миллилитров. Так, здесь не указано, ладно, там посмотрим. Вот, открываете, значит, сюда засыпаете чай, вот, закрываете, ой, заливаете кипятком, ну, вставляете вначале, соответственно, сюда. Заливаете кипятком, закрываете, вода туда не будет проходить, там, кстати, есть ситочка, его тоже можно доставать и промывать, вот, закрываете, и потом, когда он у вас заварится здесь уже, вот в этом отсеке, вы нажимаете вот на эту зелененькую кнопочку, там клапан открывается, и водичка начинает поступать уже вниз в основной графин. Вот она, вот эта зеленая кнопочка. Вот, вот этот механизм называется кунг-фу. Вот такой чайничек. Очень удобный. Девчонки пользуются с удовольствием. У меня просто коллекция уже дома чайников. Я его себе оставлять не буду, потому что у меня есть как бы чайники хорошие, тоже в Фаберлике заказывала. Вот, и этот я чайник на подарок заказала. Вот такой механизм очень удобный, то есть без чаинок потом можно наслаждаться вкусным, насыщенным чаем. Поэтому вот в компании Фаберлик удобно, что есть вот такие замечательные товары, которые необходимы в каждой семье, да, вот. И вот можно сделать вот такой красивый нужный подарочек. Поэтому так, акция этого каталога для тех, кто зарегистрировался, но еще ни разу не сделал заказ или собирается зарегистрировать. Если вы успеете это сделать до 28 марта, сделайте заказ на 1699 рублей в ценах каталога. И в следующем каталоге, оплатите обязательно до 28 марта, и в следующем каталоге с первым заказом, с минимальным, вы можете выбрать в подарок себе за 1 рубль вот такую косметичку.
тушь классную, First Class, вообще шикарная тушь, и на выбор помаду. Жидкую матовую помаду, оттенок выбираете сами. Можно это все заказать просто так, без подарка, будет это стоить 1147, а так вам это все достанется всего лишь за 1 рубль. Акции для новых покупателей, каждый каталог разный, они очень хорошие, вот, поэтому всегда обращайте внимание на последнюю страничку. Вот. Всем пока, выгодных покупок с компанией Faberlic.